жизнь, работали дома культуры. Руководство города делало все, чтобы жизнь продолжалась. Но нужно же было каким-то образом еще и сказать не только всей стране, но и всему миру, что жила не только страна, но и город великого Ленина. И для этого делались огромные усилия. И одно из них проходило 31 мая 1942 года на стадионе «Динамо» между двумя командами. Командой «Динамо» и командой Ленинградского металлического завода. Ленинградского металлического завода команда впоследствии становится командой «Зенит». К этому матчу на стадионе «Динамо» установлен целый мемориал. Но мы сейчас о нем здесь поговорим чуть-чуть подробнее. Я хочу под ваши аплодисменты пригласить на нашу сцену Исаия Алексеевича Кузинец, жителя блокадного Ленинграда.